Я вас поздравляю. Спасибо. Успехов в реализации самых амбициозных планов. Знаю, что они у вас есть. Среди собравшихся – лидеры различных отраслей предпринимательства. Они работают в сфере туризма, питания, грузоперевозок, в производственном секторе, занимаются изготовлением сувенирной продукции. Деловые завтраки проходят ежегодно, на них подводят итоги предыдущего периода, строят планы на будущее и, конечно, принимают поздравления с профессиональным праздником. 26 мая отмечают День российского предпринимательства. Естественно, на этом мероприятии мы как раз вместе с бизнесом определяем наиболее острые, наиболее важные для них направления и вносим изменения в эту программу. Ну и, конечно же, в этот день хочется пожелать всем предпринимателям успехов, реализации самых амбициозных, самых масштабных планов. Ну и, конечно же, здоровье. Светлана Лазарева в бизнесе с 2014 года. Занимается междугородними перевозками негабаритных грузов по всей России. Сотрудники Светланы на тралах возят буровое и нефтегазовое оборудование на нефтяные месторождения. Усть-Кут, Артем, Комсомольск-на-Амуре, Мурманск, Санкт-Петербург и Архангельск. И это только часть географии. Сейчас большинство единиц техники простаивает, и грант на погашение процентов по кредиту оказался как нельзя кстати. Светлана говорит, в качестве поддержки от города удалось получить 400 тысяч рублей. На сбор документов было дано 2 месяца. Этого оказалось вполне достаточно. Сейчас на данный момент, конечно, очень тяжело в наше время выживать. Поэтому вот спасибо большое, что у нас действительно существует такая программа, как грант. В наше тяжелое время это большая поддержка для бизнеса. И действительно, эта программа не просто так существует, она действительно работает. Сейчас в Самаре действует программа поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2018 года объем средств, направленных на реализацию программы, увеличился более чем в 4 раза и составляет около 70 миллионов рублей. Только на грантовую поддержку в этом году выделяется 24 миллиона. На сегодняшний день выплатили 13 миллионов 200 тысяч рублей. В рамках этой поддержки до 400 тысяч рублей могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства на возмещение процентов по кредитам, взятым на оборотные цели или на пополнение основных средств. Кроме того, городские власти помогают предпринимателям обучать специалистов в разных отраслях, проводят выставки, форумы как в Самаре, так и за ее пределами. Бесплатно вывозят предпринимателей на федеральные выставки, где они могут представить свою продукцию и услуги. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.